Вернуть украинцам субсидии требуют в парламентском комитете соцполитики. Сегодня на его заседании совместно с Минсоцполитики разработали предложения, которые помогут восстановить выплаты субсидий и при этом не ударят по бюджету. Теперь документ должны поддержать в Кабмине. Нардеп Сергей Каплин считает, что его рассмотрят в правительстве уже на следующей неделе. У нас с Кабинетом министров Украины есть сегодня диалог и есть договоренности. Первое. Все, кто имеют заборгованность по зарплате, за кого работодавец не сплачивает единый социальный внесок, так и отримают 100%, отримают автоматично субсидии. Второе. Онкохворі, инвалиды первой и второй группы, те, у кого сложные жизненные обстоятельства, так само отримают субсидии. 1 мая это правительство Гройсмана принял новый порядок распределения субсидий, в результате чего количество людей, которые смогли оформить себе субсидию, сократилось более чем в 2 раза. Мы считаем, что постановление правительства от 1 мая, оно сегодня антинародное, лишая сегодня людей получения субсидий и при этом не повышая пенсии и заработные платы, ничего не делая для того, чтобы сегодня дать людям льготы и компенсации.